Портовая особая экономическая зона Ульяновск активно развивается. Появляются все новые и новые резиденты. Совсем недавно был введен в эксплуатацию новый корпус, готовый для размещения резидентов и начала деятельности – индустриальный парк «Платформа». Именно здесь решил разместить свое производство руководство всемирно известной компании «Мекроленг». Собственник «Мекроленг» доктор Вернер Ланг посетил на этой неделе Ульяновск, осмотрел территорию платформы, где разместится производство его компании, а также встретился с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Ну, конечно, мы хотели бы вас все поблагодарить за интерес, который вы проявили к нашему региону, и за готовность, насколько я понимаю, реализовать проект по производству автомобильных зеркал. Немецкая компания стала 24-м резидентом портовой особой экономической зоны Ульяновск. Компания по результатам сегодняшнего визита приняла решение не останавливаться на достигнутом. Компания реализует первый этап, зайдет на арендованные корпуса в индустриальном парке «Платформа», а после этого в следующем году начнет проектирование нового предприятия на свободном земельном участке на территории особой экономической зоны. Первый этап реализации проекта по производству зеркал и грузовых автомобилей Daimler КАМАЗ начнется уже в январе следующего года. С помощью наших ульяновских партнеров у нас есть возможность развиваться в регионе. Первая продукция нашей компании в Ульяновске будет выпущена уже в январе 2019 года. Основным рынком сбыта нашей продукции станет Россия, ведь локализация нашего предприятия будет абсолютной. Инвестор имеет свои промышленные площадки в Европе, Азии и Америке. Ульяновск – пока единственный регион России, где будут поставлять немецкие зеркала. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».